Нифига себе мощные пистолеты. Так. Ты посмотри, дети решили переночевать вместе. Совсем обалдели. А что случилось? Аномалия какая-то пришла. Встречайте голову самой страшной малайской вампирессы. Это Cool Kids. Крутые детки. Толстая мать, мегафон! Вот только тебя тут не хватало. Ку-ку, ёжики! Я не пойму, вы что, мне не рады? Откуда она вообще здесь взялась? Ага, мы же вроде всех уничтожили. Странно. Да, странно. Очень странно. Да, откуда она здесь появилась? Это что получается? Нам капец? Ну уж нет. Нам это уже надоело. Мы постоянно убегаем от аномалий и находимся на волоске от смерти. Пора это прекратить, раз и навсегда! А откуда у них пистолеты? Ага. И зачем они вообще их взяли на обычную поездку с классом? Видимо, потому что наши поездки обычными никогда не были. Гаси мощные пистолеты. Да, у них еще и учителя такие же. Какой нормальный человек будет носить с собой пистолет? Так, все, тут смотреть не на что. Заходим, заходим в беседку. Виолетта Борисовна, Вальдемар Юрьевич, вот вы расскажете, что сейчас это было. Ваши родители строго-настрого приказали следить за вами, чтобы ничего не случилось. Ну вот мы и обезопасились. Слушайте, не кажется странным, что эта новенькая Алина слишком спокойно реагирует на аномалии и вообще на все, что только что произошло? Ну не знаю, я думаю, ты уже себя накрутила из-за всей этой ситуации с Тимофеем. А что у вас тут произошло, пока нас не было? Я чувствую работу какого-то неизвестного артефакта. Может, вам просто кажется? Да нет, поле настолько сильное, что его трудно не заметить. Я думаю, нам поможет магия отмены. Так, так, так. А что это с нами было? Такое странное чувство, что мы все были под гипнозом. Возможно, так и есть. Похоже, что появился какой-то новый магический артефакт. Мы пока не знаем, откуда он взялся и как. Но сила его действия огромна. Никакой генератор полей, кольцо власти или корона власти с ним и рядом не стояли. Не переживайте, 9 А, мы со всем разберемся. Да, и сейчас не время паниковать, а время расселяться в домике. Ура! Теперь делать? Мы обязательно что-нибудь придумаем, и нам никто не помешает. Да, наша месть будет сладкой. Я до сих пор не могу понять, как они почувствовали наш магический артефакт. Он же ведь совсем новый и не состоит полностью из темной магии. Но тем не менее она там есть, и они ее почувствовали. Короче, нам нужно держаться от темных магов подальше. Так, все пришли. Осталось решить, кто
кто с кем будет ночевать. Так, вы пока определяйтесь, а мы пойдем поговорим с администратором насчет завтрашних экскурсий. I wake up, flex, I'm down now, check, no drip this, wait, tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell them run it up, I wake up, flex, I'm down now, check, no drip this, wait. О, кажется, это наш номер. О, девочки, а что это вы так странно сдружились? Да, мы же не общались особо-то. Ну, мы просто решили вместе пожить. Ага, резко подружились. Да, а путешествие объединяет. Ну ладно. А мы пойдем проверим, как там у остальных дела. Пойдемте, Виталий. Это что такое? Что вы себе позволяете? А что такое? Что такое? Да это же беспредел! Так, а ну-ка быстро на улицу, будем разбираться. Так. Ты посмотри, дети решили переночевать вместе. Совсем обалдели. А что случилось? Аномалия какая-то пришла? Да нет, кажется, вы себя почувствовали очень взрослыми. Ага. И позволяйте себе вытворять вот такое. Да что не так-то? Да то. Выходите на улицу. Там сейчас общее собрание будет. Вот там-то вы и поймете, что не так. I wake up, flex, I'm down now, check, no drip this, wait, tell them run it up. Так-так-так, а это у нас что такое? А, так вот почему Полина решила с Евой пожить. Так, ладно, выходите на улицу, там разберемся. Быстро! Так, чтобы больше мы такого не видели! Мальчики с мальчиками живут, а девочки с девочками. Вон, берите пример с Полины и Евы. Уяснили? Вот и замечательно. Идите по домикам, уже скоро отбой. Так, давайте, давайте, быстро. Бегом. Ишь ты, любовь у них. Эх, вот у молодежи всегда так хорошо все. Чему у нас такого нет? Виолетта Борисовна, ну что за глупость? И у нас все хорошо. Правда? Правда, правда. По-моему, и нам с вами уже пора идти. На следующий день. А что нормально? А что это за девочка новая? Ты чем вчера занималась? Ты же сама все видела. Это вроде как новая подружка Тимофея. В смысле, а Полина? Ну, а Полина пролетела. Мне кажется, они уже давно расстались, ну или очень близки к этому. А жаль, красивая была пара. Вот зачем Вобле и Дуриучу надо было снимать наши заклинания? Ага, все нам испортили. Ну ничего, ничего, у нас осталось еще последнее средство. Ай, блин! Ай, за ногу кто-то укусил! Ай! Режим принца вампиров активирован. Режим SCP-1060 Пенангален активирован. Прошло 3 часа. Итак, я вампир. И не просто вампир, а принц вампиров. А теперь еще и вампир SCP-1060 Пенангален. Ну что, 9А, настало время веселья. Встречайте голову самой страшной малайской вампирессы.
Ну, наконец-то. Думала, уже не дождусь. Тебе передают большой привет из Авалона, Егор.